за ними все правильно. Вот где колонка, тут скорее всего будет видно. Да, минут 30-40 назад. Что вы увидели? Ну, что из-под крыши пошел костер, огонь. Наверное, печка загорелась. Печка топилась это время, да? Да, наверное, топилась. Ну, меня парнишка попросил переночевать здесь. Я говорю, ну, потопи и переночуй. Понятно. А парнишка сам это где? А здесь. Здесь, да? То есть да. Нормально все. Вот. Ясно. Хорошо. И после вы увидели, позвонили? Выскочили, сказали, что горит все. Сестра выскочила. А выскочили, начали его тушить. Чем тушили? Водой, снегом, водой. Ясно. И как быстро вы вызвали наших? Сразу. Вы прибыли очень быстро, мгновенно.